Hey, ребята, всем привет! С вами Диана, и сегодня у нас будет еще одно видео DIY эксперимент. И как вы поняли по названию, это будет криминальное видео. В этом видео мы попробуем обмануть автомат с жвачками. Также я создала официальную группу ВКонтакте для моего канала на YouTube, где я буду выкладывать всю важную информацию, а также как мы наберем 80 подписчиков, мы устроим розыгрыш. Ссылку на нее вы увидите в моей шапке и под всеми новыми видео. Ну а мы начинаем! Поехали! Никогда и ни при каких условиях не повторяйте это. Для того, чтобы подделать 5-рублевую монетку или 10, вообще любую монетку, нам понадобится картон, ножницы и ручка, и сама эта монетка. А также нам понадобится клей-карандаш или клей ПВА. Обводим монетку. При этом несколько раз обводите аккуратно. Наши деньги должны быть похожи по очертаниям, ширине на оригинальные 5 рублей. Также это можно делать из более толстого картона наподобие этого. После того, как мы это все вырезали, это надо аккуратненько склеить. Стараемся это сделать максимально аккуратно. Итак, моя 5-рублевая монетка готова. И для того, чтобы она была более точной, приложим ее к настоящей 5-рублевой монетке и срежем лишнее. Если это толстый картон, то лучше убрать это с помощью напильника. Для того, чтобы подделать 5-рублевую монетку, мне понадобилось 5 шаблончиков. Вот что у нас получилось. Монетки похожи друг на друга, правда, теперь нам надо будет втыкивать ее аккуратно, чтобы нас не спалили. Сейчас мы пойдем на улицу и попробуем обмануть наш автомат с помощью... Нет. Надеюсь, что у нас это получится, и автомат не сломается. Ну и нас не повяжут. Миссия бомж 2К16. В общем, эксперименты DIY не получились, потому что когда мы засовывали картонную монетку, то она мялась при повороте и не вращалась, и ручка не вращалась, а естественно и жвачка не выпадала. Потом мы еще пробовали засунуть туда фальшивую монетку, но ничего не вышло. В общем, этот эксперимент не удался, я не знаю, как он вышел у других ютуберов, поэтому сейчас, по моему мнению, это фейк. Если вы знаете, почему у меня не вышел, то пишите в комментариях. Или в моей группе. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!